То есть говорили своими словами то, что мы тебя найдем, убьем, найдем, там, заставим поменять твое мышление. Таджикистан is in the midst of a very serious political crackdown. Starting about 2 years ago, the Tajik government started tightening the screws on dissent, hunting its political opponents in and outside the country. Since coming to power in 92, President Rahmon and the people who surround him have come to exercise complete control over Tajikistan. Authorities have relentlessly pursued anyone perceived to be a government critic, jailing hundreds of peaceful political activists, now even jailing leading human rights lawyers and other members of civil society. Human Rights Watch, the Norwegian Helsinki Committee, and other human rights groups have interviewed activists and other victims of this crackdown in Turkey, Moldova, Russia, Belarus, Poland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and of course, inside Tajikistan. We've witnessed the Tajik authorities using trumped-up, politically motivated charges to silence peaceful political opposition activity. In some cases, Dushanbe has even abused Interpol, the International Criminal Police Organization, to manufacture false charges against activists in other countries. В январе 2015 год я узнала, что за мной идет слежка, что за мной преследует, и я нахожусь в розыске в списке Интерпола. Шабнам Хуйдододова was an ordinary young woman living in Russia, like many Tajiks do, who criticized her government, and for that, the Tajik government listed her on the Interpol database, essentially labeling her an international criminal simply for criticizing the government. This is a tactic that means that a person can be arrested anytime they cross any international border, which is what happened to Shabnam Hudoydolova. Когда я приехала в Республике Польша, в Польше не принимали меня, хотели экстрадировать. Для того, чтобы приостанавливать процесс экстрадиции, я попросила политическое убежище на территории Беларуси. Когда меня отправили, вывезли в временный изолятор, там же зашли представители таджикских органов, там же спрашивали, допрашивали, что я хочу, почему я занимаюсь в политике. Они же называли меня террористкой, террористка, экстремистка. Shabnam was eventually released and hopefully now will be resettled to a safe third country. Смотрите, Аксон Удинаев, мой брат, да, активист, блогер группы 24, пропал в Санкт-Петербурге. 20 дней. За неделю до пропажи прислал скриншот о том, что он находится на линии Интерпола. После этого он 19 мая 18:53 выходит из своего дома, направляется на Курскую улицу и пропадает без вести. И никто ничего не смог сказать. Как бы. Были встречи с представителями МВД Республика Таджикистан в Москве, они говорили, намекали на то, что есть отдельная группа, спецгруппа, которая, это не КГБ, это не МВД, это спецгруппа определенная для, не то чтобы ликвидации, а вот для решения проблем с оппозицией. Он ничем ни при чем здесь. Он за слово правду пропал. У него только 24 лет. Он ничего хорошего не видел о жизни. In March 2015, the leader of an opposition movement known as Group 24, Umar Ali Kuvatov, was gunned down and killed in Istanbul. После убийства Куватова были анонимные звонки и угроза моей жизни в Стамбуле, и я чувствовал угрозу. То, что наши спецслужбы Таджикистана, как у них рука такая длинная. Я решил прилететь в Молдову. И когда срок моей пребывания в Молдове заканчивался, и я хотел покинуть Молдову, Кишинев, но был задержан в аэропорту 11 августа 2015 года.
После этого я узнал, что таджикские власти обвиняют меня по статье 307, часть 1, часть 2. Меня обвиняют в экстремизме, якобы я создал сообщество и один из основателей таковой группировки. In September 2015, the government banned the most important opposition party in the country, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan, jailing hundreds of its members and declaring the party a terrorist organization. Под угрозами, пытками хотели, чтобы я написал заявление об отходе партии, и под их камеры клеветал о нашей партии, клеветал руководителя партии, и, короче, что они хотели, чтобы я рассказал все в телевидении камере. Сотрудники Комитета национальной безопасности хотели, чтобы я скушал все эти материалы, которые я раньше написал в СМИ, и силой заставили, чтобы я глотил все эти материалы. Розбу хоши худам, а хизби нахзати исламии Таджикистан, хорид шудам. After torturing Ilhomjon to make a confession, the security services finally released him. Later that night, he managed to escape to the airport, where he fled to Tajikistan for his life. The rapidly growing list of political prisoners, the rampant torture and forced disappearances, crackdown on all political dissent, it all adds up to one thing: the need for targeted measures against key government officials responsible for the current crisis in Tajikistan. First, the international community must recognize that Tajikistan is in a completely new period. This is a crackdown unlike any other, and there's never been a more dangerous moment for human rights or for security in Tajikistan. Secondly, the US, the European Union, and all of Tajikistan's international partners, including international financial institutions, should be willing to impose meaningful consequences for serious human rights abuses.